Безопасность превыше всего. Это касается как готовности школ к новому учебному году, так и проведения единого дня голосования. Об этом говорили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики. В повестку дня вошли сразу несколько вопросов. Их цель – противодействовать идеологии терроризма. В приоритете безопасность – период подготовки и проведения общественно-политических мероприятий в единый день голосования и антитеррористическая защищенность в образовательных организациях в новом учебном году. В Чувашии в этом году выберут главу республики и 3386 депутатов органов местного самоуправления. Единый день голосования состоится 13 сентября. Но отдать свой голос можно будет и раньше. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности людей в период пандемии. С нашей стороны должно быть повышенное внимание для того, чтобы, прежде всего, с одной стороны, обеспечить правопорядок, а с другой стороны, у нас еще никуда не ушла ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, и поэтому само голосование будет проходить в течение 3 дней, такое решение уже приняла Центральная избирательная комиссия, и в связи с этим тоже наши задачи, они расширяются. Руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Чувашской республике Евгений Терешин акцентировал, что в республике работа по профилактике терроризма совершенствуется с каждым годом. В результате решений, принимаемых постоянно действующими антитеррористическими рабочими группами органов исполнительной власти и антитеррористическими комиссиями муниципальных образований, реализуются меры по формированию населения антитеррористического сознания, совершенствуется система мониторинга обстановки в регионе в сфере противодействия терроризму, что позволило повысить качество анализа для своевременного выявления негативных тенденций, выработки решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма. Игорь Кобыличенко подчеркнул, что по оценке оперативного штаба и по итогам мониторинга сегодня в преддверии выборов обстановка в республике оценивается как стабильная. Но это не повод расслабляться. Мы сегодня с вами разберем обязательно те причины и условия, которые способствуют возникновению недостатков, и выработаем убежденные дополнительные меры, которые позволят нам достойно и уверенно провести эти мероприятия. Совсем скоро 883 школы республики распахнут свои двери для учеников. Целый месяц специальная комиссия проверяла, как образовательные учреждения выполнили все необходимые требования. Заканчивается проверка состояния школьных автобусов. Министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев указал на повышение комплексной безопасности образовательных организаций республики. На это в 2020 году из консолидированного бюджета республики выделено 54 миллиона рублей. Эти средства направят на повышение квалификации педагогов-психологов для профилактики терроризма и экстремизма. Мониторинг показал, что все объекты образования имеют паспорта безопасности. В 2020 году приняты дополнительно 18 образовательных организаций. Это 10 школ и 8 детских садов. В настоящее время кнопками тревожной сигнализации оборудовано 868 образовательной организации. Это составляет 98,3%. Поддержку правительства получит также молодежная кибердружина. Это 25 команд единомышленников на базе образовательных учреждений региона. Они занимаются формированием позитивного контента и комфортной безопасной среды в глобальной сети. Завершая заседание по антитеррору, Олег Николаев призвал с учетом текущей ситуации актуализировать задачи по обозначенным направлениям и своевременно выполнять их. Координация действий всех заинтересованных структур поможет выполнить поставленные задачи. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков. Республика.